Всем привет, меня зовут Вика, и сейчас на YouTube очень популярная тема звонка алфавитом, поэтому в этом видео я буду звонить алфавитом своим одноклассникам. Не забывай подписываться на мой канал, чтобы в дальнейшем не пропускать моих видео. Также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первым. Он выглядит вот так вот на телефоне и на компьютере. А мы начинаем! Ну а начнем мы со звонка моему однокласснику. Я очень надеюсь, что будет слышно, и я очень-очень-очень волнуюсь. Алло, хорошо. Алло, алло. Будешь завтра? Завтра? Вместо что? Уроков идти. Так мою фамилию не назвали. Голубь только что умер. Что? Алло. Дерево упало на голубя, и он умер, прикинь. Прямо на глазах? Есть такое. Ё, так стрёмно было вообще. Жопа полная. А ты завтра едешь? Завтра меня не называли, я в марте еду, наверное. Я тоже в марте, но меня не называли тоже. И тогда, получается, я буду делать, и потому что на полгода, я так поняла, да? Литература завтра жесткая, наверное, будет, и контрольная, и урок. Урок, да, а вот за контрольную я не уверен. Много инфы получается все равно. А? Не знаю, много да, инфы. Объемно. Очень она любит такое, но я не уверена, что она такое сделает со мной. Слушай, Саша, знаешь, сейчас на YouTube есть такая тема, называется «Звонок алфавитом». В общем, ты попал в мое видео. Я? Да. Какое видео? Что там? «Звонок алфавитом». Вот забей в интернете, в YouTube, посмотришь, что это. Да? «Звонок алфавитом»? Да. Вика, что там делаю? Что? Передай привет моим подписчикам сейчас. А, смотри. Я тебе алло. Привет, Полин, есть минутка? Ну, минутка есть. Алло. Алло. Радугу хочу. Слышу тебя. Что там? Ты завтра идешь на флюорографию? Ну да. Филина, короче, прикинь, только что иду, и он такой пролетел, прикинь. Что? Хреново слышно тебя. А, мне не то, что... Кто что пролетел? Куда ты идешь? Цапля и филин летели. Четверг завтра, да? Да, среда. Я пропускаю физику и литературу. Ха-ха-ха. Что-то вообще не айс. Почему? Щербину. А чё не айс? Это, потому что это, вот. Вика, что, всё хорошо? Вика. Юлю увидела, прикинь, я её полгода не видела. Юля? Я вообще ее так давно не видела, и, короче, так увидела, она такая вообще на морозе прошла, я в шоке была. А что за Юля? Полина, это был пранк алфавитом. Иди нафиг! Я так и поняла! Фу, Вика! Передай привет моим подписчикам! Я уже ничего не читала! Печально. Вот. Бич, вот та вот, которая на снегорехово втирала. Бич, да,
Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты продолжение. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!